Где моды скачал? Где моды скачал? Где моды скачал? Ну, в интернете я скачал, но явно не в газете. Уже отвечали в чате, он не читает. Да я не удивлен. Такой вопрос один и тот же полчаса писать, я вообще не удивлен. Для меня вопрос про моды, это все равно, что вот сидеть и спрашивать, а небо голубое, и так целый час, блин. А я как только не смотрю в чат, так я вижу его вопрос, а небо голубое. Думаю, да когда же он уже заткнется-то, а? Самое забавное, ему, блин, в чате отвечать, да, голубое, а он все равно, а небо голубое. А вдруг сейчас стример скажет, что оно не голубое? Так, ты что, со стрима, чел? Ди, хе, прикольный ник, ди. Дешура. Мишура, что ли? А чё, давай коня бить. О, подожди, там СПХ светилась, зараза. И отсветилась. Ладно, я поехал за тяжами. Затем он поехал на 105-м, и затем противником. Вот конь такой вкусный, маус такой вкусный, прям ням-ням. Стоять. Мяусь. И куда это вы намылились, товарищ? Понятно, поехали. Мы тут больше урона не дадим. Тут все уже погибли. Так, а что у нас с тем флангом? Беда какая-то, да? В смысле, покиньте, блин. 105-й может высветить, блин, сбоку. Это весело будет. Это гребаные кумыли, блин. Какое нахрен попадание? Танк добить надо. О, я не засветился на первую тыку. Интересно. Да ладно, что ты там делаешь на кране? Хер с тобой. Половый, наверное, еще. Так, 105-х два штуки осталось, да? Блин, как плохо, что я гриля этого не забрал, зараза. Как мы это тащить будем вообще? Это мне в 105-го надо упарывать, что ли? Потому что второй 105-й на базе, да?
Летит мне везет, блин. Умереть должен был 10 раз. Я противника отзонил немножко. Ну, убейте его, блин. Я-то не могу выстрелить сейчас. Засвечусь. Черт с ним. Отлично. Блин, я уже 5,5 накидал, нифига себе. Со стрима, походу. Блин, ну 105, если ты слышишь, тебе главное 105, их нельзя вот тут пропустить. То есть там просто стой в кустике, ну и собирай инфу, чтобы, ну не только 105 вообще, чтобы ты светил этот проезд туда и сюда, чтобы всю инфу давал. Да нет, ну зачем тебе сюда ехать, чел? А, ну он вот походу услышал. Сюда-то тебе не надо как раз. Разработчики явно не в курсе, что такое тюк, прессованного сена размером с сарай, и который у них в пыль разматывает ЛТ, а на самом деле, об него фура сплющится. Надеюсь, они когда-нибудь тнут металлический шар, раскрашенный как резиновый мячик. Лет токсика. Не, ну танк не расплющится об него, ты чё? Я уверен, что танк не расплющится в него. Танк вообще чихать будет на этот сток сена. Почему он там весит пару, ну, тонну, две он может весит, я не знаю. Скорее всего, около тонны, мне кажется. Ой, красавчик. Так, подожди. Да что там, кто там в центре? ЛТ. Что? ЛТ, свет, гриля. ЛТ, ну. Как я тебе его посвечу, чувак? Не, сейчас другая задача у меня. Не, ну можно он и прав. Блин, а что-то тут так деревья плохо сломаны. Ну там светить только вот так ехать по красной линии, но опять же, блин. Это выйдет. Да почему слив? 6 минут еще есть, можно постоять, подловить на чем-то их. Ошибочка. Это проги. Блин, если бы он... Слушай, а почему я его не засветил до этого? Чё за херня? Почему он по мосту проехал без света до этого? Я ему мог, блин, 3 тыки там давать на этом мосту. Он засветился в самом конце. Что за дичь? Блин, надо было по центру проехать и посветить его под мостом еще. Что-то я ступил.
А, там вазик может сыграть. Да гриля там этого нет уже 100 лет в обед. Что ж ты, блин, сидишь, флудишь? Я уверен, там этого гриля давно нет. Тут точно есть. Где я точно? А что, он светится, что ли? Да там кто угодно может быть. А, реально стоит, гля. Ты чё, на поломках, чел? Ты почему посмотрел на это дерево, как только я его свалил? Прога там, да? Это я его высветил, никто его не убил. Ага, а у меня КД, блин. Так, надо сейчас по горячей инфе поехать. Главное, чтобы кто-то с тобой не было. Снарядов еще мало. Ну, паровой забирай его. Ты что, блин, делаешь? Ой, дурак. Ладно, может убьет сейчас. Не убил, нормально. Ну, кликни. Откуда тебе дали? Так точно. Ай, блин, он дальше был. КД поставлю. Ой, как не вовремя я КД поставил, он тут, зараза. Да елки-палки. Вот и все. 8700. Вот это я понимаю, бой. Почти 10к на ЛТ. Че, блин? Две таки там осталось, да? Нормально мы с ним растащили.